Привет. Трибуарн, наконец-таки, спустя сколько, года полтора? Или два? Или три? Я не знаю, если честно, когда вышла первая серия, но я смотрел ее, по-моему, года полтора назад. Короче, вышла наконец-таки вторая серия мультсериала, уже мультсериала, а не просто одной серии, мультсериала «Дроны-убийцы», вторая серия «Сердцебиение», будем мы смотреть в озвучке CyberCat Studio. Ну и давайте посмотрим. Думаю, будет что-то интересненькое. По крайней мере, первая серия мне прям очень понравилась, но на данный момент я ее помню, конечно же, не полностью. Какие-то отдельные эпизоды у меня всплывают в памяти. Примерно построение сюжета я тоже помню. Вот, поэтому давайте посмотрим вторую серию. Думаю, будет что-то прикольненькое. Поехали! Ого, привет! Я тебя и не заметил. Мне кажется, ты из тех, кто хотел... Как это ты не заметил? В смысле, я включил сторону. Хотел бы все знать, потому что я прям смотрю на тебя и вижу, что ты ничего не знаешь. Вообще еще не знаю, я Джон Сноу. Чтобы все знать, нужно подписываться на нашу группу ВКонтакте и на Телеграм-канал, потому что там такие интересные вещи пишут иногда, просто офигеть. Ну а для тебя... Что за это интересно? Тех, кто уже все знает, напоминаем, что у нас на Бусти выходит дубляж «Дома совы», уже скоро вторая серия, так что подписывайтесь, чтобы не пропустить. А еще у вас остался последний шанс купить наш мерч. Так. Успей. Так, во. Здорово, котей. Чпоньк. Прям ниндзя. Кот ниндзя. Глитч! Отлично. Что-то мне мурахи побежали сразу, не понял зачем. Надо бы ограничить ее походы на свалку. И откуда у нее волосы, чтобы делать разные прически? Это кто такой? Жуть. Фига себе. Это типа человек был? Ого. А что за дом? Прям такой дом с привидениями. Только дом с роботами. А с дронами. Прости меня. Ничего. Я так и думал, что это пацан, а почему так к нему на как женщине говорили? Это я не смотрела. О, нифига себе, искра. Буря, безумие. А зачем ячки? С дороги, придур... Ой, привет, Тесса. О, нет. Еще один. А, извините, это случайно не те дроны, которые прилетели, чтобы завалить всех этих... Ну, дроны-убийцы, короче, когда прилетели на планету, чтобы завалить всех дронов-работников. Их там тоже как раз трое было, и один был пацан. Ты кто? Что происходит? Что случилось? Интрига! Ого. Ну вот как будто вот это и есть тот пацан, как будто бы. Ну мне так кажется, он по крайней мере похож. Энн, глянь, что тут! Ой, что это такое? Наша главная героиня? А, ты что сделала? Не понял. Выглядит странно и ненормально. Отвали! Наверняка это ты чудила виновата. Никогда раньше не... Блин, не понял, кто это. Не видела этот знак. Может, сделаем вскрытие и проверим? Что-то нашли? Ты не в курсе, что это фуражка пилота? Я был пилотом? Офигеть! Нифига себе, почему он об этом не знал? Что, я разбил корабль? Вот... Прям чувствую себя каким-то глупеньким, потому что вообще, ну, очень мало помню деталей из первой серии. В общем, помню только то, что они напали на них, девчонка убежала. Там, по-моему, даже нет, не перебили. Ну, пытались, короче, убить всех в этом здании, где жили дроны. Помню, там ее батя, по-моему, охранял дверь постоянно, да? Космопилот. Моя предыстория. Это не предыстория, это просто деталь, которую ты даже не вспомнил. Хотел сначала угрохнуть, а потом надо успокоиться. Говоря о полетах к Земле. А, точно. Так. Убийство всех людей. Это, морально? Люди отправили тебя без ретрансляции. Серьезно, подожди, они решили всех людей грохнуть в конце? Охренеть, вот этот поворот. И переписали твою память в кашу. Если они заметают следы, значит, переговоры их не устроят. С моей мамой тоже не сильно хотели договариваться. Фига себе. Может, вы пропустили переговоры? Люди запрограммировали. А, ее посадили даже. Вали нас решать проблемы. А где доказательства вашей предыстории, в которой ваш род так удобно оказался бедным и невинным?
Ничего, что мы здесь живем вообще на отдельной планете, и вы прилетели нас грохнуть. Мы бенды и невинны. Отойди. Кто-то же... Я на нее посмотрю. Подавал приказы, Джей. Раз не компания через ретранслятор, то кто и как? Хватит усложнять мой план убийства. Стала злюкой. А почему... Ну, я так понимаю, вот эти вот черные чувачки, которые это... Ну, с помехами, это люди были. А почему они такие? Не, эмоции классно сделаны у роботов. Типа, все-таки роботы, но эмоции есть. Ну, просто почините ее, потому что, упс, это же, как видим, угроза безопасности. Но у тебя есть... Ладдербот 5000. Фрэнк. Прошу, хотя бы свет оставьте. Почему выключили? А что, без света как работать вообще? Вы что, офигели? А ну, включите свет. По-моему, не получится подняться по этой лестнице. Что там? Ты чё пугаешься? Это ножка там чья-то дёрнулась? Ты кто? А почему он его не видел раньше? Он рядом с ним прям лежал, когда свет ещё был включен. О, сердцебиение. Как раз как называется серия. Нифига себе. Это сердце бьется прям в открытых кассетах, грудной клетке открытой. Не понял. Что за импульс? Что происходит? Фига себе, краб. Вот это ужастик. Что случилось, не понял. Мистер дверной мастер, ваша дочь часто отсутствует. Я так подумал, что это батя. А что, я сначала думал, это ее батя. А это оказывается нет. Просто тоже чувак с усами. Дочь часто отсутствует. Она же сбежала, не? Да, у нее стадия убить всех людей. Хорошая стадия, что-то. Все что ли роботы такую стадию проходят? Я в молодости. Понял. Решил и так далее. Говоря о ее поведении. Конечно, конечно, не по годам развитая, популярная, невероятно хорошо понимает двери. Все пошла в своего старика. Я вообще хотел другой сказать. Узи, сядь нормально. Отвали! Узи, верни Брейди его сознание. Отвой! Лити, я во всем виноват, а еще я дурак. Узи, для этого задания партнер обязателен. Было несколько желающих, чтобы вы знали. Какая она вредина. Нет, неправда, ты странная. Но главное, отвалите. А что ты там в мусорку залезла? Да, ей бывает трудно влиться в коллектив. Есть опасения. Поэтому она нифига не популярна, походу. Конечно, возможно, ее программа слегка повреждена. Как она ведет себя дома? Прошу про... Это называется просто другой характер. Почему сразу программа? Ну да, она слегка своеобразна, но повреждена. Возможно, я ей не уделяю достаточно времени, но... Потому что ты возле двери сидишь, блин, и улыбаешься с ней. Мистер дверной мастер, сэр, у нас было происшествие. Так на меня смотрит. Ты выкинул мою тетрадку. Я потею! Кто это запрограммировал? Все хорошо, Узи? Хорошо. Как они потеют, откуда у них потовые железы? Я есть бог! Привет, Тед. Откуда он здесь взялся? Что-то вообще не понял. Что-то произошло. Какой-то странный монтаж. Сначала был в одном месте, потом оп, перепрыгнуло, и они вообще в другом месте уже находятся. Вот эти наши главные герои. И здесь появился какой-то зеленый чувак. Спасибо. Само собой, Зи. НМС. МНДМС. Вы ведь мне жизнь спасли. Вряд ли колония серьезно относится ко всей этой теме с изгнанием. Похоже, они сбиты с толку. Значит, ее нас изгнали, окей, вспомнил. Учитывая... То, что я слишком крута, чтобы вернуться в общество, я никогда не вернусь. Учитывая...
Надо было, мне кажется, еще больше это сузить, чтобы на глазах прям было. Недавнее исчезновение и труп твоего друга убийцы. Когда я пытался друга? Взять твой пистолет, мне показалось, что он уползал. Пистолет уползал? Ну, можем и... Ты че, он офигел так? Вернуться на чуть-чуть. Так. Вроде все заледенело, но вода капает. Странно. Мне показалось, там голова просто идет на ножках. Ладербот 5000? Мы тебя обыскались. Привет, Тим. Составишь компанию? Что составить призрак? Компанию и жутко стоять на месте в подозрительно низком качестве? А чё он какой-то призрачный? Да. Да. Ладно. Серьезно? Так просто? О. Ну ты, конечно, чувак вообще глупый, вообще ничего не подозревал, да, совсем? Типа твой знакомый стоит вот здесь, какой-то он прозрачный, ты к нему подходишь, блин. День? Откуда у него столько жидкости в таком маленьком теле? Что такое яркий? Убедительно отыгрываешь, я. Больше играешь, лучше выходит. Какой он радостный стал, да, когда я его купил? Да, мы те еще монстры. Угу. Мы? Ты один. Классно приземлилось. Супергеройское приземление. С возвращением, Тед. Только мы тебя не, нам тебя нельзя возвращать, да? Она разве не на... А, нет, мужика-то пацан. Наказана? О, изгнана. Неужели мой папа говорит, что я наказана? А это робот геноцида? Геноцида? Нет, я хороший. Ну, не надо на меня обижаться. Письмо? I'm sorry. О, ладно. Это так работает? Нарисовать милый рисунок, извиниться, тебя сразу простят? Только обещай, что больше так не будешь. Проходите уже. Какой он радостный. Глупышки. Глупышки. Эй, приклеил. Такая милота. Фатальная ошибка. Конечно, фатальная ошибка, его внутренности, блин, разорвало. Так, а где Хан? Ведь картина здесь не из лучших. На родительском собрании? Видимо, его дочь намного... Это они одевают очки, как будто бы такой крутой детектив американский, да? Важнее, чем постройка двери в этом коридоре. Такой кринж. Фу, да. Так, ладно, дай передохнуть, чуть не стошнило. Я сказала, передохнуть. Все хорошо? Да, хорошо. Хорошо спрашивать. Сначала говорила, а потом уже показывала. А еще сразу сказать нельзя было? Нашли что-нибудь похожее на зацепки? Что с отпечатками пальцев? Каких? Роботов? Гений. Не понял. Что за ней? И всех уже успели грохнуть? Почему мы этого не слышали? Что за дичь? Не понял. Что происходит? Что происходит? Че? Тут что, оказывается, никого не было? Даже кружки у нее в руках не было. Как? Почему она ее не чувствовала? Точнее, что? Нифига не понимаю. What the fuck? Вы же не считаете, что дело в моем воспитании? Да я всего раз оставил ее умирать. Этого, мне кажется, достаточно. К тому же, если бы она еще кокнулась, да? Ей просто скучно на ваших уроках, а остальные дети... Ему тоже скучно тебя слушать, он играет в пасьянс. Отстой. Еще раз назовете ее поврежденной, я ставлю дверь вам в лицо. Ну, нифига себе, это как-то. А где твои предки? Что происходит? Дед, I watched them die. Что? Дед. Я смотрел, как... I watched them die. А зачем так? А почему не по-русски? Да я пошутила, дурочка. Что-то как-то страшно. Что происходит? Эта девушка же... Просто красотка, правда? Пощелка ее. Че? А кто... А зачем она ее впустила? Что-то ей, блин, страшно. А у вас такое... часто происходит? Нет.
У кого у вас? Это же твоя эта хата. Я очень обеспокоен, но и в то же время до милости напуган. Да милости, я тоже напуган. Изи, а что это? Я... Что ли? Эй, это не твой особый глаз. Не называй его так. Что за глаз? Идеальный вычислитель? Перезагрузка? Это как-то связано с тем, как ты отрастил свою голову? Я активно избегаю разговоров об этом. Новую материю из воздуха не создашь. Если рано до... Согласен, потому что первый закон он химии, надо... я не помню, как он там звучит. Но, короче, нужно дать, отдать что-то взамен, чтобы получилось что-то новое. Достаточно серьезное. Этот вычислитель... Равнозначное. Может, сделает автозапуск некой программы сбора новой... Ты чё? Куда вы все смотрите? Ага, ладно. Рука. Человеческая. Это вещь! Нет, это не вещь. Она длинная. Ёбаный шланг. Сейчас тут появится. Уже пушка. Вот это ни хрена себе! Прям как в хороших фильмах, это, ну, каких блокбастерах. Что это было? А нафиг тебе эта стойка? Я тоже хочу чертов сюрикен. О, вот эта клешня. Спасите пацана! Все хорошо, хватит спрашивать! Настоящие руки бензопилы? Да, круто, круто. Это что за скелет? Да, и привет всем, это... Блин, его грохнули? Ну вот, я думал, хотя бы не его спасу, жалко пацана. Я, Тед! Назовите любое место. Это я не он, да? Услышал зубной кабинет. Я Тед в зубном кабинете. Приходите со своими зубами. Блин, как-то быстро они его кокнули. Что-то я надеялся, он останется. Жалко его. Предсказуемая ужасная работа, Джей. Почему ты выглядишь так? Отлично! Ты отлично выглядишь, Джей. Нет, ребят, подождите, это правда я. И это что? Чёрт, сюрикен? Зачем она его пнула? Типа, сам не долетел бы. О, он что, жив? Фу, хорошо, жив. Меня спасли. Спасибо. Вы супер приглашены ко мне на вечеринку на выходных. Только для крутых. Ты чё, блин? Я тебя сейчас дам. Ты так просто убежал? А чё на клешня второй раз ему не схватило? Че? Ах ты ж. Мы все равно... Мы на вечеринке, да? Будем заняты, так что пофиг клевать. Что с Гладисом? Как будто говорит этот, как его, Гладис какая-нибудь. О, Джей здесь нет. Мы пытаемся починить этого носителя согласно программе. Так вы все же программа? Скорее, это вы, наши милые игрушки. Это так грустно, что ты не помнишь нас. Это страшно. Энн? Откуда у нее лицо мамы? Проще мама? Поглотить, чем объяснять. Не понял, откуда мама. Ни за что. Ладно, но это плохой выбор. Тогда нам... Это же та одна из убийц, которая в первой серии, да? Придется вас шокировать. Эй, постой! Прощай, папа. Батя? Капец. Как-то слишком быстро все произошло, охренеть, блин. Легкий стрик. Кузи, стреляй! Или дай мне! Да у тебя есть пушка, зачем тебе еще одна? Босс файт. Рычание. Кузи, все хорошо! Ничего не хорошо. Нет. Обманули дурака. Ах ты ж... Какая ты дура. Так он же здесь нормально выглядел. Ах, блин, обидно. Не грусти, это еще не все. Пора ко мне в рот. В рот? Хер тебе. Вырубил? О, бензопилы помогли.
прошу перестать. Мне еще нужны русы. Взорвись, сука. Что это такое? Так, смотри, ты в дверь. Любопытно. Офигеть. Ой. Дверь закрылась? А, нет, только просто вывеска упала, в дверь так была закрыта. Защитил? Блин. Фига, это что за черная дыра? Что за... Что из этого было настоящим? Так, батя, его ее грохнули или нет? Крадусь, крадусь. Ой, жесть. Крадусь, прочь. Подкрадываюсь. Ай. 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 А что такое? Какая черная дыра странная. Не пугайся, что? Я тут. Что вы такое? В смысле, он тебя так что защитил, ты что боишься-то? А что он убежал? Ой, а, вот, батя жив. Что ты здесь делал? Мудак. Ну ладно, хоть не это не начал это отчитывать ее, когда она его обняла. Хм. Ой, серьезный, бать. Твой шучок. Красотка, правда? Пущу-ка ее. Че это? Господи, ну прости меня, дверной призрак, бунтовщик. А что она сделала? Зачем она сделала? Расслабься. Хм. Пока ничего не понимаю. Кто это? Это мама? Откуда она появилась? Жук? Да, это жук. Я и так ненавижу твой характер, но это даже хуже. За что мне это наказание? Хм. А почему она сломалась? А, она сама его сломала, сейчас пока ты сделала типа вид, что все с ним нормально, да? Почему на потолке, а не на стене? Как обычные люди. Обычные. Не все так делают. Блин, ну это прям очень хорошо на самом деле. Некоторые моменты, конечно, мне были непонятны с самого начала, потому что я подзабыл, что было в первой серии. Некоторые моменты я не понимаю, что было в конце, но это, скорее всего, нам раскроют уже в следующих сериях, если они, конечно, будут. А вы напишите, кстати, в комментариях, будут они или нет. Но в любом случае, прям очень крутая серия. У меня полсерии мурашки по коже бежали. В некоторых моментах, блин, было очень как страшно. Офигенный был саспенс. Прикольные были моменты, как будто бы это реально какой-то здоровый такой большой блокбастер. Шикарные шутки, как обычно. Прям дико поржал тоже. Так что огромное спасибо Гличу за то, что он сделал этот видос. Огромное спасибо... серию мультик. Огромное спасибо CyberCat Studio за то, что они сделали... Перевод, прям очень круто, клюто, вот, если вам понравилась реакция, лайк, подписка, комментарий, не забывайте прожимать бубенчики, все интересующие ссылочки в описании, с вами, как всегда, был Реборн, спасибо за просмотр, пока!